Всем привет, друзья! На связи Арбат Холмс. Меня зовут Никита Илапов. И сегодня, я вот в такой боевой позиции, мы будем работать с возражениями, работать с каким-то хейтом. В общем, Лавиния 2. Почитали мы тут комментарии о том, что кто-то недоволен, что как-то что-то там, проблемы с застройщиками. Значит, мы, я, оператор, выбрались сюда, в Лавинию 2, в 1+1, посмотреть, действительно ли тут все так плохо, или же все-таки окей. На каком этаже мы? На 11-м. 11. Это 11 этаж, квартира 1+1 с отдельной кухней. Тут есть еще 2+1 по квадрату 82 и 110. В общем, инфраструктура. Потом, сейчас давайте прогуляемся по квартире. Так, начнем с вами с коридора, с чего же еще начинать, да? В общем, домофончик, вот он, красивый, белый, элегантный, звонишь, пишешь, что-то программируешь, я не знаю. Дальше, шкаф, полочки чудесные, прекрасные, вместительные, вот их так много. Здесь зеркало, можно просто стоять, смотреть, какой ты великолепный, красивый, чудесный. Открываем, да, здесь вся одежда вмещается. Действительно большой шкаф. Небольшая тумбочка, какие-то ключики сюда, какую-то мелочь, да? Раз, оп, о, вот здесь, кстати, ключики лежат. Так, теперь мы отправляемся в комнату, но у нас тут ванна. В ванне все укомплектовано, сантехника первого класса, все в чистовой отделке, душ, раковина, все, что нужно, то есть. Далее, вот комната просторная, светлая, это спальня. Здесь вы опять же видите вместительный шкаф. Я думаю, что на семью вполне вообще такого достаточно. Вот он, какой красавец. Вы посмотрите, сюда можно. Вот это как-то она не убирается. Ну, вообще, смотрите, я раз и помещаюсь. Ну, если вы рассматриваете шкаф для таких целей, для гостей, мини-гостиная. Вот она просторная. Здесь, смотрите, у нас, значит, все выводы уже есть. То есть проводочек торчит у нас здесь. Выводы, пожалуйста, и здесь у нас имеются. Потом открываем балкончик. Обожаю этот воздух, чистый, свежий. И идем сюда. Здесь, значит, тоже все выводы готовы технически. Это небольшой технический балкончик. Квартиры в Лавинии 2 есть разные. Хочешь на море, хочешь на горы, пожалуйста, вообще любой вид. Здесь вот я вижу очень большая насыщенная инфраструктура Томюка. Ну, об этом я как и говорил, мы расскажем немного позже. Пойдемте дальше. Посмотрим. Мне, кстати, очень хочется посмотреть на эту отдельную кухню, которая... Где же она? Где же она? Вот. Вот и она. Отдельная кухня. Да, потому что, ну, не все люди могут привыкнуть к этому турецкому, да, там, 1+1, допустим, когда кухня совмещена с гостиной. И вот, вот оно решение. Посмотрите, все. Чистовая отделка, кухня здесь готова. Сантехника стоит. Раз, окошечко приоткрыл. Пам. Воздух, воздух средиземноморский, да? Пойдем, вот, и тут шкафчики, все прекрасно. И сразу, вот смотрите, постоял, тын-тын-тын-тын-тын, поготовил. Раз, развернулся и на балкончик завтрак понес. Раз, представляем, да, здесь, оп, столик, стульчики, кофе, раз. Я даже вот отсюда... Вот есть небольшой там небольшой кусочек моря, но очень разные. Но а здесь мы так берем, пам, и видим горы. Вон там вы посмотрите. О, какие же красивые! Вот, вот стоишь, вот тут море, вот там горы, вон там Мигрос, вот вся инфраструктура. Просто прекрасно. Балкон действительно вместительный. Здесь можно тут, вот, пожалуйста, качельку поставить, столик. Вот. Просто чудесно. Сейчас за кадром с нашим оператором, он вообще
приверженец крытых балконов. Он всегда говорит, крытый балкон, Никита, крытый балкон. И вот действительно здесь, да, мы закрываем балкон, становится полноценная комната, да, здесь можно вообще все что угодно, например, сделать себе мини-кабинет, офис, да, если хотите, если вы удаленно работаете. Также есть выход в гостиную, она просторная, она вместительная, все выводы там уже есть, чистовая отделка, вот просто нужно завести мелкую бытовую технику, личные вещи, мебель, и с кайфом жить. Ну а теперь давайте спустимся, посмотрим, что же там с инфраструктурой, что так, что не так, как растут эти пальмы, правильно, туда они повернуты или нет. В общем, расследуем. Ну что, друзья, мы, как и обещали, спустились, посмотрим инфраструктуру, посмотрим, что там с пальмами, кстати говоря. Вот, в этом комплексе, напоминаю, да, Лавиния 2, у нас фитнес-центр, открытый бассейн, аквапарк, парковка, три хамама, три сауны, барбекю-зона, беседки, детская площадка и баскетбольная площадка. Ну что, давайте теперь, значит, я видел где-то там комментарии по поводу пальм. Что-то там было не так с пальмами. Вот они, пальмы. Я, может быть, не биолог-натуралист, но мне кажется, что за месяц они не вырастают прямо огромные, да? То есть мы всегда что берем? Саженец. Раз, маленький. Посадили, и она растет. Вот, поэтому пальмы высажены, за пальмами ухаживают, и они постепенно-постепенно растут. Потом будут все такие красивые, ветвистые, красивые пальмы. Вот. Что же еще? Что же еще? Парковки здесь очень много, действительно много мест, виды, вон там горы, вон там море. Я напоминаю, что мы с вами находимся в районе Томюк. Я здесь жил. Многие мои знакомые здесь жили и живут сейчас, и выбирают этот район из-за места расположения, из-за большого количества инфраструктуры. Все, Мигрос большой, бам, пожалуйста. Эрдемли, раз, вон, больницы, хастаны, да, госпитали, вон там. Аптеки тоже здесь в округе в шаговой доступности. Море, пляжи, и в Томюке действительно можно найти пологие такие входы. Очень редко встречается галька. Да что говорить, наш оператор живет в Томюке, если что. Угу. Прекрасный район, отличный комплекс. Посмотрели, что тут с пальмами. Осы летают. А мы ждем вас на нашем новом сайте, над которым очень долго мы трудились. Обновленный наш сайт. Также подписывайтесь на все наши социальные сети. И с вами был Арбат Холмс. Живите у моря!